Всем привет! Сегодня, как и обещала, мы с вами поговорим об одежде для праздников, о вечерних нарядах. И это очень актуально сейчас, в преддверии Нового года. И наверняка у многих из вас скоро будут корпоративные вечеринки. Ну и сам праздник всегда хочется встретить очень торжественно. Лично я очень люблю Новый год за его такую волшебную, в прямом смысле, атмосферу. И, конечно же, хочется выглядеть красиво, хочется выглядеть стильно, празднично, как-то особенно. Поэтому сегодня я для вас приготовила несколько заметок, таких несколько советов о вечерней нарядной одежде. Надеюсь, они вам понравятся и пригодятся. Если информация из этого видео вас вдохновит, я буду этому очень рада, так что ставьте палец вверх. Ну и, конечно же, я вас всех жду на моем канале. Присоединяйтесь, подписывайтесь, потому что я говорю о стиле не только в женском гардеробе, но и о стиле в жизни в целом, потому что это так важно, жить красиво и жить вместе со стилем. Самая большая ошибка и, пожалуй, самая частая ошибка – это когда многие из нас ходят на вечерние мероприятия в дневной одежде. То есть помните о том, что у нас с вами есть дневные цвета, они более матовые, и вечерние цвета – более яркие, более светящиеся, более блестящие. Гладкие ткани, гладкие материалы, такие как шелк и атлас, может быть, более добротные материалы, такие как бархат и парча. В вечернем гардеробе замечательно работают стразы, пайетки, это может быть кружево, это могут быть серебристые, золотистые цвета. Естественно, король всех цветов – это, конечно же, черный. И в вечернем гардеробе могут быть такие цвета чистые, светлые, как бежевые, белые или, может быть, какие-то нюдовые оттенки, но им нужно добавить что-то, что сделает в общем и целом весь ваш наряд более праздничным, более подходящим к вечернему мероприятию. И к таким цветам добавляем золото, добавляем серебро или добавляем, может быть, какие-то элементы со стразами или черный цвет. На заметку, вечером не забывайте расставить акценты, это очень важно. То есть, или вы делаете акцент на ваше платье или на ваш наряд, или вы делаете акцент на аксессуары. То есть, скажем так, и платье с блестками, и аксессуары с блестками, это too much, это слишком много. Если вы выбираете платье, то оно может быть ярким, эффектным. Вечер любит такие интересные, глубокие цвета. Именно вечером они раскрываются в полной мере. Изумруд, кобальт, может быть, какой-то сложный, красивый оттенок цвета фуксии и не матовые. Может быть, ваше платье будет или золотистым, или серебристым. Ну, или если вы выбираете более нейтральный вариант для себя, то ваше платье может быть черным, но украшенным какими-то, может быть, мелкими стразами, какими-то блестящими деталями. Очень красиво работает в новогодней тематике все, что связано с принтом звездочка. То есть звездочки к Новому году, они всегда очень смотрятся женственно, очень мило, очень красиво, поэтому как вариант тоже могут быть. Не могу не сказать про мой любимый смокинг. То есть такой пиджак в стиле смокинг, он сейчас в современном гардеробе работает и днем, но в вечернее время он особенно хорош. Выглядит действительно супер шикарно, супер женственно, супер сексуально, добавляет образу класса. И знаете что, с ним всегда очень легко, и он всегда выручает. То есть, когда вам нужно быстро собраться, когда вы не знаете, что надеть, добавьте смокинг и все. Причем в вечернем варианте он сработает поверх платья, поверх юбки, с узкими брюками и с брюками более широкими, и даже с черными джинсами. Ваш смокинг может быть и из бархата тоже. Единственное, имейте в виду, что бархат такой материал, который добавляет объем, и он лучше смотрится
на более стройных фигурах, но тем не менее, как вариант, и вниз под смокинг можно надеть, например, черную шелковую рубашку или какую-то светлую шелковую рубашку. Это может быть черный шелковый топ, или можно сделать топ из тонкого узкого шарфика. Это мой любимый прием, тоже супер легко повторить, а смотрится супер эффектно. Поэтому такой пиджак в стиле смокинг – это must-have. Я пропагандирую пальто, я пропагандирую туфли-лодочки, хорошее нижнее белье. Смокинг – это обязательный набор для женского гардероба. Небольшой совет для тех, кто, может быть, не хочет покупать специальный отдельный наряд, да и я, в принципе, всегда за то, чтобы не впадать в панику перед каким-то таким торжественным праздничным мероприятием, потому что всегда можно проявить креативность и использовать уже то, что есть. Поэтому не спешите, оцените, что уже есть в вашем гардеробе. Наверняка есть какая-то нарядная одежда. И если им нужно дополнить, то дополняйте минимально. Может быть, добавив, докупив всего одну вещь или парочку аксессуаров. В праздничной атмосфере всегда супер сработает какой-нибудь один элемент с блеском. И это может быть, например, пиджак в пайетках. Они могут быть золотистые или серебристые, или черные, что смотрится намного сложнее. Вниз под такой пиджак добавьте что-то нейтральное, причем это может быть и платье, это может быть и топ с юбкой, это может быть и топ с брюками. Как альтернатива таким самостоятельным акцентом, таким самостоятельным элементом может стать и пиджак, но, например, с такой плотной, добротной, красивой, дорогой ткани по типу парча, опять же, с золотистыми, серебристыми нитями, золотистых, серебристых цветов. И такие пиджаки, они висят в мужском отделе. То есть это стильный ход, зайти в мужской отдел, попробуйте, посмотрите. Третье, вполне возможно, что подойдут и сядут. Как вариант, может быть красивая такая праздничная блузка. Опять же, она может быть с длинным рукавом или с коротким. Очень всегда эффектно смотрится, поэтому обратите внимание. Всегда легко сочетается, будет у вас в нижней части тела юбка или в нижней части тела вы наденете брюки, поэтому очень хороший вариант и очень простой. Про обувь. Если нет возможности взять с собой сменную обувь, поменять, то здесь вот какой совет: уведите нижнюю часть тела в черный цвет. То есть пусть тогда ваши сапоги и колготки, если вы, например, комбинируете это с платьем, будут черные. И по большому счету все внимание всегда оно стремится в нашу верхнюю часть тела. Поэтому делайте акцентом верхнюю часть тела. Если у вас, например, это сапоги, черные колготки и черная юбка, акцент здесь может быть, опять же, смокинг, какой-то красивый топ, пиджак с блестками и так далее и тому подобное. Не забывайте про детали, потому что небольшая сумочка в стразах или с каким-то блеском, она способна оживить любой самый лаконичный наряд и добавить наряду праздничности. Далее вы всегда можете сделать себе красивый макияж, опять же, используя, может быть, карандаш с блестками. Вспомните Кейт Мосс, она сделала себе красивую золотую звездочку в качестве макияжа, как вариант. Смотря опять же, куда вы отправляетесь, это может быть альтернативное украшение. Мы все привыкли к каким-то подвескам, бусам и так далее и тому подобное. Я вам советую обратить внимание на тонкий шарф из пайеток. Вы можете его повязать вокруг шеи, и это будет акцент, который привлечет внимание и опять же сделает наряд более торжественным, более красивым. Вы можете играть с колготками, может быть,
есть ваш акцент в вашем конкретном случае сместится именно в нижнюю часть тела, если у вас красивые стройные ноги, красивые икры, купите себе колготки, опять же, может быть, с какими-то пайетками, бусинами в новогоднюю ночь, можно все, может быть, там будет какой-то красивый, интересный принт. Кстати сказать, платья в бельевом стиле тоже они очень красиво смотрятся. Опять же, смотря где и как вы встречаете Новый год, например, такое платье в бельевом стиле вы можете дополнить или рубашкой, которую вы повяжете поверх. Может быть, она тоже будет из какого-то приятного на ощупь материала, типа шелк, что сделает ваш образ, опять же, более вечерним. Или, может быть, вы добавите к такому платью какой-то красивый пиджак, туфли или босоножки, красивые колготки, и это будет смотреться очень эффектно. Это может быть как вариант золотистая, серебристая обувь, что тоже очень и очень красиво смотрится. И, например, это могут быть серебристые босоножки, а все остальное достаточно нейтральное, плюс ваш красивый макияж с блеском. И вы можете добавить лак, то есть не забывайте про маникюры, то есть можно купить себе золотистый, серебристый лак и сделать опять же акцент на руках, почему нет? Как видите, вариантов огромное количество, и я абсолютно уверена, что совсем не обязательно тратить какие-то баснословные средства, чтобы выглядеть празднично, и совсем не обязательно покупать себе новый такой специальный наряд для такого вот торжества. Кстати, внизу под этим видео я оставлю ссылки, и надеюсь, что они вам пригодятся в качестве идей для вашего праздничного наряда. Ну вот, надеюсь, что это видео вам понравилось, и, может быть, мои советы вам помогут подготовиться к новогодней вечеринке или к празднованию самого Нового года. Может быть, какие-то образы, которые я привела в примерах в этом видео, вас тоже вдохновят. Если это так, то ставьте палец вверх. Ну, а в следующем видео мы с вами будем декорировать интерьер вместе, будем наряжать елку, будем готовиться к празднику. Я поделюсь с вами советами, как можно оформить праздничный стол, поэтому будет такое видео очень красивое, очень атмосферное, и спасибо большое за то, что вы провели это время вместе со мной сегодня. Я вас всех жду в следующую субботу, всех целую, всех обнимаю, до скорой встречи и пока-пока!